Слобожанский мыловар – современное предприятие национального масштаба, которое занимает лидирующую позицию по производству мыла в Украине. С 1999 года компания идет по пути внедрения новых технологий, производя и реализуя на рынках Украины и стран СНГ мыло туалетное, косметическое, детское, мыло с лучшими дерматологическими свойствами, крем-мыло, глицериновое полупрозрачное мыло, твердое хозяйственное мыло, а также жидкое туалетное мыло и средства для мытья посуды. Производство широкого ассортимента товара в различных ценовых сегментах позволяет удовлетворить потребности каждого клиента. Продукция компании «Слобожанский мыловар» широко известна под торговыми марками «Шик», «Седьмое небо», «Ути-пути», «Друг», «Паше», «Ода», «Сила» и насчитывает более 200 наименований. Производство осуществляется по новейшим технологиям на современном оборудовании из Швеции, Италии и Германии. Вся продукция производится из натурального сырья, а используемые парфюмерные композиции поставляются известными фирмами-производителями Франции, Швейцарии, Великобритании, Германии и Нидерландов. В состав большинства видов туалетного и детского мыла входят натуральные растительные экстракты, эфирные масла и витамины. Продукция предприятия сегодня – это качество, подтвержденное международным сертификатом ISO 9001:2015. Постоянный контроль качества на всех уровнях, начиная от закупки сырья и до получения готового товара потребителям, неотъемлемая часть производственного процесса под контролем лаборатории предприятия. Лаборатория состоит из двух подразделений – производственной лаборатории и научной лаборатории. Научная секция осуществляет контроль качества готовой продукции, разработку передовых инновационных рецептур, а также сертификацию продукции в различных областях для успешного размещения на рынке. Подразделение оснащено современным лабораторным оборудованием: спектрофотометр, хроматограф, рефрактометр, тентометр. От ведущих производителей, таких как Shimadzu, Mettler-Toledo, Lavibond, Axis. Лаборатория на производственной линии ведет поэтапный контроль изготовления продукции, начиная от входящего сырья, а затем ежечасно наблюдает каждый этап производственного процесса, заканчивая готовым продуктом. В настоящее время на предприятии функционируют два цеха по производству твердого мыла и жидких моющих средств. Вся продукция выпускается на 10 производственных линиях. 5 линий расположены в цеху твердого мыла и 5 линий в цеху жидкого. Мощности производства позволяют выпускать более 120 тонн готовой продукции в сутки. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является производство твердого мыла и жидких моющих средств под собственными торговыми марками для крупнейших сетей супермаркетов Украины и ближнего зарубежья. Помочь коммерческим компаниям и торговым сетям расширить свой ассортимент позволяет многолетний опыт, полное понимание производственных процессов и гарантия качества продукта. Тесное сотрудничество с производителем, минуя дистрибьюторов и посредников, позволяет предоставить цену значительно ниже аналогичного продукта под известной торговой маркой. Благодаря прямому заказу у производителя, клиент получает полный контроль над качеством товара, процессом производства и логистикой. В этом направлении Слобожанский мыловар сотрудничает со многими торговыми сетями, такими как АТБ, Лента, Фози Групп, Ашан Украина, Летуаль, Ева, Астерс Групп, Рост, Таврия В, Космо, Простор, Велика Кишеня, Экомаркет и Брусничка. В период экономического кризиса компания не только не снизила объемы производства, но и выпустила в 2015 году для своих покупателей новые линейки продукции в категории средств для мытья посуды и стиральные порошки. Качество и уровень безопасности готовой продукции компании подтверждены заключениями санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины, сертификатами соответствия УКРСЕПРО и декларациями о соответствии технического регламента Таможенного союза. С 2007 года Слобожанский мыловар сертифицирован на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001, международным органом по сертификации Bureau Veritas Certification Украина. В 2015 году по результатам ресертификационных аудитов предприятие получило сертификат на соответствие новой версии международного стандарта 9001:2015.
Данная аккредитация признана более чем в 100 странах мира. Функционирует система анализа рисков и критических контрольных точек Hazard Analysis and Critical Control Points в разрезе BRC Global Standard. Мыло туалетное твердое прошло процедуру нотификации для осуществления продаж в странах ЕС согласно требованиям регламента Европейского парламента и Совета косметической продукции. Помимо прочего, Слобожанский мыловар является производителем дистиллированного глицерина европейского качества с концентрацией 99,5% и выше. Оборудование лаборатории позволяет осуществлять контроль его качественных показателей в соответствии с European Pharmacopoeia 7.0, а также с действующим ГОСТ 6824-96. Наши партнеры – Харьковская бисквитная фабрика, ВКГ, Лесная сказка, Алхим, Проспер, Фитодоктор, Пирана, Чарли, Акрилат Химконтакт, Новохим компания, Чистая планета, фирма СВ. Предприятия постоянно принимают участие в региональных, всеукраинских и международных выставках и конкурсах. Так, на международных выставках «Бытхим-Экспо» с 2003 по 2009 года продукция компании «Слобожанский мыловар» была удостоена гран-при, а также награждена золотыми, серебряными и бронзовыми медалями за качество, новизну и оригинальность упаковки. Ежегодно, с 2006 года, становится победителем областного конкурса качества «Лучшая продукция Харьковщины» в номинации «Промышленные товары для населения». Согласно статистике открытых источников международного аналитического агентства AC Nielsen, с 2012 по 2015 год торговой марке «Шик» принадлежит первое место в топ-3 брендов туалетного мыла в Украине. Стабильное качество на протяжении 16 лет позволило Слобожанскому мыловару стать лидером по признаку «купил и покупаю снова». В Украине предприятие сотрудничает с 32 дистрибьюторскими компаниями, которые ведут свою операционную деятельность на всей территории страны. Обслуживают более 15 тысяч торговых точек ежемесячно. Также осуществляются прямые поставки в национальные и международные сети на территории Украины. АТБ, Сільпо, Фозі, Біла, Метро, Велика Кишеня, Єва, Простор, Космо, Ватсонс, Варус, Брусничка, Вопак. Компания является неоднократным победителем тендеров на поставку продукции для Львовской, Приднепровской, Одесской, Южной железных дорог, Укрпочты, атомных электростанций, Ровенской и Запорожской и других государственных предприятий. Продукция Слобожанского мыловара получила широкое распространение в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Российской Федерации, а также продается в ряде стран ЕС, таких как Литва, Латвия, Германия, Греция, Франция. Имея положительные отзывы о продукции, предприятие ежегодно расширяет географию продаж и улучшает качество обслуживания партнеров. Девиз компании – «Наше качество выше цены». С 1999 года компания «Слобожанский мыловар» прошла стремительный путь и превратилась в одного из флагманов отрасли. Сегодня предприятие продолжает наращивать объемы производства и экспорта, расширяет ассортимент, внедряет новейшие технологии и стандарты экологической безопасности. А мировой финансовый кризис рассматривает не иначе, как возможность для освоения новых рынков, включая европейский. Миссия компании – выпуск продукции европейского качества по доступным ценам.